Всем привет! В этом видео расскажу, как пользователю СНГ забрать дроп монеты Algorand. Данную акцию проводит биржа Bitmart специально для пользователей СНГ. Монета Algorand занимает 66-ю строчку на CoinMarketCap. Это очень крупный проект, который залистили к себе все крупнейшие биржи, в том числе и Bitmart. Algorand — это децентрализованная сеть на базе блокчейна, которая поддерживает большое количество приложений и смарт-контрактов. Если будет интересно, вы сможете подробнее прочитать о ней у них на официальном сайте. А теперь давайте поговорим о том, как можно заработать часть этих монет, если вы пользователь СНГ. В данной акции смогут принять участие только новые аккаунты. Биржа Bitmart является одной из ведущих бирж. Она имеет рейтинг 8 из 10 и является биржей с подтвержденными резервами. Также, согласно изданию Investopedia, биржа Bitmart является лучшей биржей для альткоинов на октябрь 2024 года. После регистрации необходимо выполнить небольшие условия, и тогда вы сможете претендовать на часть общего вознаграждения. Общее вознаграждение равно 3000 долларов, что равносильно 25 тысячам монетам Algorand. Это достаточно большой призовой фонд, учитывая то, что в раздаче смогут принять участие только пользователи из СНГ. К таким пользователям относятся Россия, Украина, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Азербайджан, Армения, Грузия и Молдова. Награды будут распределены в течение 15 дней после окончания акции. В эти 15 дней не входят праздники и выходные. Для того, чтобы принять участие, вы заводите аккаунт на бирже. Ссылку на заведение аккаунта с дополнительными бонусами я оставлю в описании к видео. Второе. Вносите депозит на сумму более 50 USDT. Совершаете спотовые сделки на сумму более 100 USDT. Например, вы можете какую-то монету купить на 50 USDT, потом продать, и тем самым ваша сделка будет как раз 100 USDT. А также вы можете, например, завести 100 USDT и купить что-то нужное для вас, например, монету эфира на просадке или любую другую монету, которая вам нужна. Ну а дальше вы можете поделиться своим реферальным кодом с друзьями и также пригласить их для участия в этой акции. И таким образом человек, у которого будет наибольшее количество рефералов, займет первое место и получит 800 монет Algorand. Тот, кто займет второе место, получит 250 монет, таких победителей будет двое. И тот, кто займет третье место, таких победителей будет четверо, получит по 20 долларов. Но здесь не обязательно стремиться именно к первым трем местам, потому что занять их достаточно сложно. Суть заключается в том, что даже если вы не проходите на первые три места, то 220 победителей получат по 100 монет в любом случае. Эти награды будут случайно распределены. Помимо выполнения условий выше, о которых я рассказал, необходимо заполнить Google форму, ссылку на которую я оставлю в описании к видео. Здесь пролистаете вниз, укажете необходимые данные. Первое, что нужно сделать, это перейти в ваш аккаунт на бирже Bitmart и ввести его UID. Вот мой аккаунт на бирже Bitmart. Перехожу на вкладку «Аккаунт». И здесь могу скопировать свой ID и, соответственно, вписать его в эту форму. Дальше, какой реферальный код на бирже Bitmart? Можете вот кликнуть просто по этой ссылке, а можете перейти в меню, также перейти в аккаунт. Здесь будет реферал написано. Здесь потребуется именно ваш реферальный код. Вот он. Его копируем и вставляем вот в это поле. Здесь можете указать реферальный код друга, который вам посоветовал Bitmart. Например, если вы узнали о нем из этого видео, то можете ввести мой код. А также ваше имя пользователя в Telegram. После этого нажимаете «Да». И нажимаете «Отправить». И вы становитесь участником данной акции и будете претендовать на награды согласно условиям. Акция заканчивается до 25 октября, поэтому заполнить форму нужно до этого времени, а также выполнить условия. Следить за новостями вы можете как в Твиттере, так и в сообществе Bitmart в Telegram. Это специальное сообщество для СНГ. Помимо акции, связанной с монетой Algorand, вы можете также принять участие как новый пользователь в центре вознаграждений. Вы можете активировать торговые фьючерсами и выиграть до 30 USDT. Можете торговать фьючерсами и также выиграть до 30 USDT. Здесь есть шкала объема, которую необходимо достигнуть для получения наград, которые видите справа. Чем выше ваш объем торговли фьючерсами, тем выше вознаграждение. Также есть акции не только для фьючерсов, но и для спотовой торговли. Также можете их посмотреть, и здесь вы можете выиграть денежное вознаграждение. Все вознаграждения, которые вы видите, это функционал биржи. Вы просто им пользуетесь, и за это получаете дополнительные
вознаграждение в USDT. Если вам удобнее торговать на споте, вы можете поторговать там и принять участие в спотовой торговле. Если вам удобнее делать вклады, например, в USDT, и получать за это проценты, вы можете также это сделать и рассчитывать на дополнительные награды. Снизу страницы есть дополнительные условия. Ссылку на данную страницу я оставлю в описании к видео, где вы сможете подробно ознакомиться об этой акции. На этом у меня все. Всю необходимую информацию о криптовалюте вы сможете найти у меня в Telegram-канале. А также в описании к видео я оставлю ссылки на ресурсы, которые в этом видео были предоставлены. Например, на официальные группы биржи Bitmart, а также на форму для участия в акции и на официальные сообщества. Спонсором данной акции и этого видео является биржа Bitmart. Видео предоставлено исключительно в информационных и образовательных целях. Всем спасибо за просмотр, всем желаю выиграть как минимум случайные награды на 220 победителей по 100 монет. Всем спасибо за просмотр.